едят! Здорово, глыши! Сегодня мы будем готовить кошку. А то, блядь, нажрёшься котлет, потом, блядь, рыгаешь, пердишь, потеешь. Нам понадобится огурец. Кромсаем его. Живой огурец. Не отрывая от ботвы. Кидаем все в нашу кисочку. Блядь, нам понадобится картошка. Какая рифма картошки? Говна лепёшка. Кисочку нашу. Понадобится колбаса, а то отхуячить еще, блядь, покромсаете. На молотком искормлю их тебе. Вы это записываете? Не раздражает вашу... Так, все, я отправлю твое дело к окружному прокурору. Да мне до пи***й хуй, сосите мой хуй, вы его в жопу, нахуй, ебать конем, шел нахуй, еще раз, хуй, сосни, у меня здоровый хуй, у меня огромный конский хуй, я не ебать, белых пацанов, ебать, я выплачу, да, пошел нахуй, да, я не убью, нападение, в надичайших обстоятельствах, мне до пизды, я убью тебя, всю твою себя, твоих тебя, я не должен сидеть в тюрьме, этот хуй попросил меня вылезать его зад, а теперь ты говоришь мне, что я должен с этим пиздебаем. If only I had a friend. Они тупее американцев. Гостиница говорит, вы не что у нас произошло. Им звонит в администрацию с пятого этажа американец. Из номера и говорит, срочно пришлите маму. Они тупые. Я не могу вынуть. А те все зависли, потому что номера американцев. Нет, понятно? Готовы, точно? Кик. Лул. Готово? Готово. Сас. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить просмотр. Если наберется 100 тысяч лайков, то наберется 100 тысяч лайков.